Всем привет! Сегодня мы с вами говорим о вращающемся кулаке, так называемом Фанзи Чжэн, и говорим еще о 5 уроках в этом направлении, в этом боевом направлении. Я еще раз напоминаю, что в классике Фанзи основное количество защитно-атакующих действий выполняется только при помощи рук. Но прошло какое-то время, и Фанзи Чжэн впитал в себя техники Чжоцзяо, боевого искусства, которое специализируется на защитно-атакующих действиях ногами. Поэтому в Фанзи на сегодняшний день имеется и достаточно большой арсенал работы ногами в том числе, но это не умаляет никак работы руками. Окей, это короткое вводное. Теперь о том, что содержится в этих 5 уроках, о которых мы сегодня говорим. Это будут новые опции круговых атак кулаком. Защита ладонью – новые опции. Передний удар ногой, круговые атаки ногами. Различные положения кулака для защитно-атакующих действий и их использование, собственно, этих положений. Ладонь и ребро ладони для атак. Защита и подготовка атаки захватом конечности противника. Сочетание прямых и амплитудных атак. Защитно-атакующие действия. И так далее. Еще раз напомню, что в классике Фанзи Чжэн присутствуют и довольно амплитудные действия. Помимо протыкающих прямых атакующих действий, есть еще достаточно много амплитудных, таких режущих, рубящих атак. И они выполняются на самых разных уровнях. Не только на высоком и среднем, но и на низком уровне в том числе. Большое количество защитных действий используется в Фанзи Чжэн, причем, как правило, разрушительных достаточно защитных действий и так далее. Ну, еще раз, об этом во всем подробнее вы узнаете из описания к этому видео, и о том, как приобретаются эти уроки, вы тоже оттуда узнаете. А я вам желаю хороших тренировок.